Приглашаем в новую студию керамики «Эстима». Российское производство по итальянским технологиям. «Эстима» – плитка для всех. Архитектура и дизайн – это то, что нас окружает. Большое значение при разработке будущих проектов уделяется фасадам и внутренней отделке сооружений. Важно, чтобы то, что сейчас проектируется, строится или реконструируется, как по качеству строительно-отделочных работ, так и по уровню архитектурно-дизайнерских решений, соответствовало мировым стандартам. При выборе отделочных материалов основной упор делается на оптимальное сочетание цены, качества и практичности. Этим требованиям в полной мере соответствует керамический гранит. О нем мы и поговорим сегодня в программе «Строительное дело». Керамогранит – искусственный отделочный материал, производимый из смеси глин высокого качества с добавлением полевого шпата, кварца и натуральных минеральных пигментов-красителей. Смесь для производства керамогранита прессуется под высоким давлением, просушивается и обжигается при очень высоких температурах. В результате получается чрезвычайно прочный и непористый материал с внутренним и внешним рисунком. Существует два вида керамогранита – неглазурованный и глазурованный. Глазурованный производится по технологии сухого прессования, благодаря чему он прокрашен на всю глубину. Поэтому он имеет повышенную износоустойчивость и применяется в помещениях с большой проходимостью. Глазурованный керамогранит после прессования покрывается слоем цветной глазури, которая спекается с телом плитки, позволяя имитировать практически любые натуральные материалы, такие как травертин, мрамор, дерево, тканое полотно и прочее. Керамогранит имеет высокие технические данные, низкое водопоглощение и устойчивость к перепадам температур. Поэтому в настоящее время активно используется в наружной облицовке зданий любой климатической зоны. Обладает высокой степенью устойчивости к агрессивным средам и износу, повышенной твердостью, механической прочностью, что позволяет применять его в качестве напольного покрытия производственных помещений. Керамогранит не теряет свой цвет со временем, не выгорает на солнце. В его производстве используются только чистые материалы, что говорит о его абсолютной экологичности. Современный керамогранит в классическом исполнении – это прямоугольная плита, имеющая поверхностный и глубинный зернистый рисунок. Размеры плит самые разнообразные, однако наибольшей популярностью пользуются ставшие классическими размеры 30 на 30, 40 на 40 и 60 на 60 сантиметров. Современная технология производства керамогранита позволяет также делать и другие размеры. Изменять тип поверхности от потертой, матовой или рельефной до глянцевой и полированной. Сегодня все больше заводов используют такую технологию глазурования, как Digital Print. Эта технология позволяет передать фактуру имитируемого материала с максимальной достоверностью, что открывает безграничные возможности в дизайне новой коллекции. Керамический гранит – это современный отделочный материал. Активно применяется для внутренней и наружной отделки помещений, офисных центров, бизнес-центров, ресторанов, отелей, частных домов. Керамогранит может использоваться для облицовки стен и пола в любом помещении жилого коттеджа или квартиры, на веранде, балконе или террасе загородного дома. Керамогранит имеет высокие технические данные. Его без сомнения можно назвать продуктом наивысшей стадии развития технологий производства керамической плитки. Многообразие выбора керамогранита позволяет современным дизайнерам и архитекторам проявить любые свои замыслы и решения. За годы производства керамогранит заслужил признание потребителей. Плитка везде проявит свою долговечность и практичность, а также великолепную экологичность. Керамогранит абсолютно безвреден для здоровья человека.
Студия керамики «Эстима» на Гарифьянова, 44.